многие люди находятся в каком-то сне сейчас. Есть возможность проснуться и осмысленно действовать. Я приехала сюда за инструментом, который, я считаю, получила. Я получаю состояние гармоничное, спокойное, радостное, меньше стрессов. Я случайно просто нашла в интернете, вот. Конечно, сначала с большим недоверянием, потому что в интернете, как видишь сообщение, никогда не знаешь, насколько можешь этому поверить. Но я как пришла на занятие, у меня сомнения сразу отошли. Я смогла. То есть, ну, что может быть круче для человека, у которого там главный результат – это то, что он смог. Я получила то, что я хотела, я прокачала волю.